Всем доброе утро, ребят. Начнем у нас сегодня обзорчик акций. Чем у нас есть на выходных интересного на серверах? Набор одного самоцвета на русском сервере. Это интересно. И атака фортов через 13 часов. Это будет... Че уже так быстро? 3 недели пролетело. Вот такой вот набор одного самоцвета. 250 самых подарок. В принципе, нормально. Плюс расходники карточки, которые, по сути, ничего не решают. Так, пакет накопления. Ну, 5000 кристаллов Апекса. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо. 9 эмблема. Но это не то, что накопление на других серваках. 10 маска, которая, по сути, что 9, что 8. Здесь даже вот эти вот плюхи нижние лучше, чем там. Так, камешки, субботний набор, 150, что по временным, зефир, запак, скиталец, оба, такое по 20, на других серваках намного больше продают, но все равно здесь дешевле на русском сервере. Так, что у нас по событиям? Разбиватель яиц. Десятые сумки просто падают и падают. Так, фонтан. Тут даже нехрен выбирать. Но это не фонтан, это говно. Честно скажу, по сравнению с другими серваками. Так, субботний. 1+1. Цветущие яйца. Охотник за богатством. У меня, кстати, пару карточек есть отсюда, гифт-карт вот этих. Даже не смотрел, надо будет поискать их в почте. Они присылали КД. Настолка есть. Вот так вот, ничего себе. Настолка до сих пор на русском сервере второй день. Что нам выпадет? Два камешка. Уже неплохо, магическая рулетка. Купон. Опять открыли, ребятушки, купонище. А что в нем, хрен его знает, надо посмотреть. Может, повезет, и не повезло. Ну, даже если не выиграть купон, в принципе, тоже халявные плюхи неплохие. Сундучки, сменки. Шансы есть. И все. На этом на русском сервере все, поехали. У меня тут... А, это этот, за вход подарки, настолка. В принципе... Неплохо, поехали. Глянем, чекнем, что на английском. На немецком я вчера вам показывал календарь. Так, Newman Surprise. Понятно, бонус Fortune Hunter. То же самое за спины. Можно фигурку выиграть, можно выиграть троих героев топовых. Ну, в принципе, как вариант. Пак, Dragon Orbs, Accumulation, Blossom by Games, Prizes, Prospector. Короче, куча всего. Коллекционер. Ну, в принципе, за ангела посмотрите. 5 сундучков можно вытащить. Свален. Понятно. 10-й психощит. The Creation. Красавчики. Красавчики однозначно. Мэри вытащили. Что у нас еще интересного есть? Дискаунт. Сейчас посмотрим, что в дискаунте сегодня. Что поменяли или нет. 9-й разброс. В принципе, неплохой вариант. Сменка. Посмотрим, что у нас на рынке есть. Accumulation. Ну вот сравните Accumulation на английском сервере. Что дают и что дают на русском сервере. 40 тысяч бонусом. Плюс 1000. Плюс, ну, плюхи, разницу, думаю, вы все видите. Если брать же... Вот этот пак. 75 тысяч плюс 40, это 115 тысяч вам дадут просто бонуса. Плюс вы получите барда, плюс вы получите 2500. Я считаю, это реально круто.
Вот брать, допустим, если брать вот этот пак, 2500, 3500, почти 4000. Правда, эссенций нету, но даже 4000 довольно-таки неплохой вариант. Что там у нас, Ладай слился? Что это он скинул так силу этот? Непонятно. Такс, по 1000, смотрите, по 1000 расходника, по 50 сундуков. Ну, все дешевеет и дешевеет, скажем так. Ну, вот это, конечно, тоже классно. Ну, за пак уже топового героя можно взять без проблем. А ну, давайте с вами попробуем вытащить ангела. Вот видите, без проблем вытаскивается. Так, окей, поехали на немецкий сервер. Глянем, что там у нас есть. Что я могу сказать? Неплохо. Плюхи. Все дешевеет, скоро будет обновление. И мы будем ожидать опять что-то мега донатного. Так, здесь у нас за вход. Календарик. Но что-то нету пока на других серваках. Не знаю, может попозже добавят. Что мы там получили с него? 50 эссенций синих. Нормально тогда, ребят. Синие эссенции зашел. 50 штук. Докачал себе на десяточку скилл. А чё нет? А почему бы и нет, вы скажете? Махатмушка. Так, неплохо. Неплохо. Бог грома. Вот этот бог грома, где печеньки дают. Я о нем уже говорил. Вот реально, вот это кайфовый бог грома. Здесь уже поменены награды. Посмотрите, вот за наполнение какие плюхи. Вот реально круто. Здесь супер пэтом можно докачать всех без проблем. Это красавчики однозначно. Так. Ну, все остальное то же самое. Такой вот коллекционер. Ну, за шамана. Здесь карты зато дают на архидемонов. Читайте на халяву. Джамбир. Ронин со скинами. Видите, герои со скинами все. Пожалуйста. Печеньки, правда, 20, не 200, но все равно неплохо. Че по рынку? Ну, тоже такое накопление своеобразное, но лучше, чем на русском, я считаю, намного. Поехали еще Тайваньку глянем. Что у нас на Тайваньке интересного? Давно я туда уже не забегал. Не смотрел. Такс. А здесь вот так вот наборы за один самоцвет. Это расходнички дают. Мне кажется, эти расходники лучше, чем те карты, хотя. Так, это, скорее всего, за питомцев. Паки накопления. Вот такое. Здесь что-то последнее время Тайвань начал очень сильно вставать. В плане донатных плюх. 160. В общем, такое. Еще сверхново, так это какая-то акция с плюхами. Это сундучки.
Накопление. Вот, кстати, приведи друга обратно. Нету на всех остальных серваках, только здесь. Буду у них кризис. На остальных серверах этого нету. Ну, в общем, такие вот, ребятушки, плюхи. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите видосиков. Всем удачи, всем пока.